Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. 25 жовтня – день визволення Дніпра від фашистських загарбників. Сьогодні будемо встановлювати хроніку подій тих років. У цьому нам допоможе наш сьогоднішній спікер. Я рада вітати у нашому прес-центрі науковий співробітник історичного музею імені Яворницького Олександр Марінченко. Я вас вітаю. Олександр, розкажіть нам, чому все ж таки фашисти почали відступати? Давайте будемо з вами разом встановлювати от хроніку тих подій. Ну, возвращаемся к событиям июля-августа 43-го года. Немецкое командование фактически провалило наступление с целью срезать Курский выступ, операция «Цитадель» на Прохоровском и Обаянском направлениях. И ОКВ, Верховное командование Вермахта, 4 августа приказывает постепенно группе армий Юг Манштейна отступать к Днепру, где, собственно, на протяжении 1400 километров строится так называемый «Восточный вал». Об этом узнает советское командование и готовит операцию для того, чтобы сбить немцев с этих позиций, то есть готовят переправы, завязываются тяжелые бои. И фактически после освобождения Харькова в конце августа, начале сентября, советские войска на территории Украины, это центральный Воронежский, юго-западный степной фронты, готовят операцию на протяжении 750 километров. Это юг Белоруссии, город Лоев и до города Запорожья. Где немцы, кстати, у Запорожья сумели очень крепко окопаться, создать запорожский плацдарм, который вызывал очень большие проблемы у руководства Красной Армии. И, собственно говоря, готовят операцию в период 24-26 сентября. И на территории, грубо говоря, нашей области реализуется так называемая Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция. Понятно, что она географически шире нашей области. И в рамках ее, собственно, Днепропетровская наступательная операция, целью которой было, собственно, занять сам город Днепропетровск и город Днепродзержинск. Это юго-западные степные фронты. Малиновский и Конев готовили генералы. Это в будущем 2-й-3-й Украинский фронт. И, собственно говоря, на территории нашей области, значит, завязалась какая ситуация? В целом, на территории Украины создали 23 плацдарма, 5 из которых в конце сентября именно на территории нашей области. Было 14 мест переправ, большая часть из них провалилась, немцы сумели отбиться, но 5 плацдармов оказались наиболее успешными. И было принято такое двойное решение. Значит, 152-я стрелковая дивизия должна была лобовым ударом выбить немцев из города, то есть заставить их отступать. А потом с двух плацдармов, это первый из них, 8-я гвардейская армия генерала Чуйкова, это фактически юг нашей области, стык с Запорожьем, Запорожской областью, и Аульский плацдарм, да, Аулы известные, это 46-я армия Глаголева. Они должны были ударить по сходящимся направлениям, и вот эту вот группировку немцев, которые будут из-под города отступать, фактически зажать в клещи и, ну, загнать их в котел, в окружение и разгромить. Силы здесь были очень серьезные. Это части 1-й танковой армии Вермахта, это 3 корпуса. Вы же понимаете, очень подвижные, с большим количеством танков, грузовиков, гусеничной техники. То есть окружить немцев было делом крайне непростым, потому что соединения были очень подвижные. И здесь очень интересно, наверное, рассказать про один такой момент, что в 43-м году на территории нашей области схлестнулись те противники, которые тут же воевали в 41-м году. Дело в том, что в 41-м году, когда было наступление на Днепропетровск, это август 41-го года, на острие атаки был 3-й моторизованный корпус Маккензена. Генерал Маккензен, сын легендарного генерала Первой мировой войны, очень опытный военачальник. Вот его частям была поставлена задача, собственно, взять город, переправиться на левобережную его часть, создать плацдарм и накопить силы для дальнейшего наступления. Ему противостоял генерал Пушкин, это 8-я танковая дивизия. Собственно говоря, это тот самый генерал Пушкин, которому посвящен мемориал, ну, известный, да, памятник танк Т-34-85 на пьедестале рядом с больницей Мечникова. Вот он участвовал в обороне города 41-го года против частей Маккензена. И одновременно его 23-й танковый корпус первым ворвался на территорию нашей области 8 сентября 43-го года, начал развивать наступление на Днепропетровск, ему противостояла 1-я танковая армия, которой руководил тот же самый Маккензен. То есть два противника 41-го года встретились
в 43-м году. Маккензена потом сняли, он уехал воевать в Италию, возглавил 14-ю армию. Но тем не менее, какое-то время они воевали здесь вот в сентябре 43-го года, пока корпус Пушкина не повернули на Запорожье. Там были тяжелейшие бои. Немцев не могли сбить с плацдарма, на котором они закрепились в левобережной части. И, собственно говоря, он повернул на юг. И поэтому главная проблема тех частей, которые должны были окружить немцев, заключалась в следующем. Немцы имели здесь подвижные соединения, а у советских войск практически не было танков. На территории области к этому моменту, то есть к моменту самых тяжелых боев, начинается не 26 сентября, остается только одна 31-я отдельная Барвенковская танковая бригада. После взятия Барвенкова она стала гвардейской, получила наименование соответствующее Барвенковская. Бригада была небольшой, преимущественно имела легкие танки. И что любопытно отметить, вот когда был карантин, изучал документы, оцифрованные из архива Министерства обороны, выяснилось следующее, что, оказывается, когда ее пополняли в начале сентября 43-го года для наступательных боев, она 30% танков в ее составе, это были американские танки, поставленные по ленд-лизу. Поставляли их через Иран. Это танки М3 Стюарт, причем танки эти были огнеметные. Немцы очень не любили эти танки, мягко говоря, и известно очень много случаев расстрела немецкими солдатами тех пленных танкистов, которые, собственно говоря, вот попадали к ним в плен на поле боя. Как правило, их в плен не брали, расстреливали на месте. Очень много свидетельств из советской, с немецкой стороны. Значит, первый лобовой штурм, он провалился в начале октября. Там произошла очень такая трагическая ситуация. Дело в том, что командование 152-й стрелковой дивизии переправилось на остров Зеленый, оборудовали там наблюдательный пункт для того, чтобы понять, в каком состоянии находится немецкий гарнизон. Эта переправа была замечена немецкой стороной, открыли шквальный артиллерийский минометный огонь. И руководство было частично убито, частично ранено. Погиб командир дивизии и фактически решили операцию отменить, потому что дивизия была обезглавлена. Соответственно, ограничились только разведкой боя. Группа разведчиков в составе 58 человек переправилась, собственно, к городу, завязала бои, но они фактически все погибли. То есть такая бессмысленная была атака. Но, тем не менее, в районе Аул успешно развивалось наступление в районе войсковое Вовныга. Это 25-я, 203-я, 333-я стрелковые дивизии. Это, собственно, те события, которые изображены на полотне диорамы «Битва за Днепр», которые относятся к музею Яворницкого. Вот они шли навстречу друг другу, но возник другой кризис. Немцы решили ударить во фланг 46-й армии со стороны Днепродзержинска, но им это не удалось, потому что авиаразведка своевременно вскрыла сосредоточение войск, и 195-я стрелковая дивизия совершила маневр и фактически отрезала эту группировку и не позволила, собственно, ударить во фланг. Поэтому наступление развивалось успешно, и 23 октября 43 года войска, собственно, встретились. Большая часть области была от частей вермахта очищена. Если говорить непосредственно за сам город, значит, наступление было назначено как раз на 23 октября, решили стремительным ударом по сходящимся направлениям наступать частями 152-й дивизии, мною уже упомянутой, и 39-й гвардейской стрелковой. Фактически немцы, увидев угрозу окружения, начали стремительно отступать, поэтому боев активных на территории города вот, в период изгнания немцев не было. Большая часть разрушений относится к периоду 41-го года, когда соединения Люфтваффе бомбили город, переправы советских частей, а уже в 43-м году город сильно пострадал уже от советских бомбардировок, понятно, артобстрелов и так далее. Но в целом город не был настолько сильно разрушен, как те города, где мы знаем тот же там Ростов, Сталинград, Ржев, где проходили очень серьезные позиционные уличные бои, которые привели, по сути, к разрушению всего жилого фонда. Ну и 25 октября Днепропетровск и Днепродзержинск были полностью заняты частями Красной Армии. Ну, с этого момента в Советском Союзе отмечали День освобождения города, как тогда говорили, от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас мы говорим об изгнании нацистов с территории нашего города, территории нашей области. Если говорить о военных операциях, то, собственно, бои за область затянулись аж до марта 44 года, то есть после первоначальных успехов.
К сожалению, для Красной Армии развить вот такой вот, использовать этот первоначальный импульс не удалось. Пошли страшные дожди, мокрый снег потом в декабре 43-го года. Очень тяжелая была зима вообще 43-44 года в плане погоды. Температура с минуса сменялась на плюс, шел снег, постоянная грязь, танки, грузовики увязали, и фактически полное изгнание немцев относится только к началу марта 44-го года. Бои были очень тяжелые, есть воспоминания Чуйкова, Конева, которые в открытую говорят о том, что потери были просто колоссальные. Мы сейчас ведем работу по уточнению потерь отдельных соединений, которые воевали на территории нашей области, но хочу сказать, что на территории области захоронено приблизительно 120 тысяч советских солдат. Это и бои 41-го, и бои 43-го года. Ну, по нашему мнению, большая часть из них относится, наверное, процентов 70, это к событиям именно 43-44 годов. Сейчас на эту тему написаны очень серьезные книги двух историков. Это Карл-Хайнц Фризер, известный немецкий историк, который изучал действия немецкой стороны, подсчитывал потери. И Роберт Форчик, это американский историк, сотрудник военно-научного отдела Мэрилендского университета, он систематически изучает боевые действия Красной Армии на территории именно Украины. Значит, какое соотношение потери не дают? Это потери вот последнего десятилетия. Правда, они не дают разбивку по отдельным локальным операциям. Они говорят о битве за Днепр в целом. Ну, как и в западной историографии, это называется битва за Украину в целом. Они дают следующие цифры. Значит, потери убитыми, умершими от ран и болезней в Красной Армии составили приблизительно 420 тысяч человек и порядка 1 600 000 раненых. То есть это общие потери 2 миллиона. Общие потери. То есть потери колоссальные. Потери немцев в общей сложности составляли приблизительно 400 тысяч человек, из которых где-то 89-90 тысяч убитых. То есть если брать совокупные потери, потери Красной Армии были больше в 5 раз. И это было связано не только с условиями местности. Понятно, что переправляться через Днепр под шквальным огнем это было делом непростым. Вы знаете, в ряде мест Днепр достигает 2 километров. Вот. Но это еще было связано, конечно, с брутальными советскими методами ведения войны. Но с другой стороны, надо отметить, конечно, и профессионализм немецкой стороны. И любая осечка со стороны Красной Армии приводила к контрударам, большим потерям. И более того, я скажу, даже в успешных боях в целом 43-44 года во время этих контратак попадало очень много людей в плен. Вот недавно были изданы мемуары «История доходяги». Он, правда, описывает события Букринского плацдарма на территории Киевской области. Тяжелейшие были бои, где войска успешно переправились, создали плацдарм. Немцы внезапно подтянули танки, подтянули мотопехоту. Мощнейший контрудар, фактически разгром советских частей и огромная масса солдат, это несколько десятков тысяч, попадают люди в плен. Казалось бы, это не 41-й, не 42-й год, это не окружение, не катастрофа начального периода войны, но тем не менее трагедия плена имела место быть даже и в этот период. У нас появилась в музее уникальная коллекция фотографий, связанная с... Причем это бытовые фотографии, это не официальные, не постановочные фотографии, которые делало Главное управление Красной Армии, но это, понятно, идеологически выверенные фотографии, именно бытовые фотографии, которые делали местные жители, красноармейцы фотографировали на трофейные, допустим, немецкие фотоаппараты. Это первый митинг, который прошел на территории нашего города 29 октября в самом центре, возле ЦУМа. Они уникальны тем, что это вот бойцы, которые вот буквально-буквально только вышли из боя. Как правило, это раненые, которые оставались здесь в тыловых госпиталях. Огромное количество перебинтованных солдат. Очень много ранений в голову, люди без конечностей и вот такие вот ошарашенные местные жители, да, которые пережили 2 года оккупации, которые не знают, как им реагировать на возвращение советской власти, как она будет относиться к тем людям, которые остались в оккупации, то ли им простят это, то ли их обвинят в том, что они коллаборировали, да, сотрудничали с оккупантами. И ситуация, конечно, осложнялась тем, что оккупация действительно была очень тяжелой и ставила перед людьми вот в этой повседневной жизни очень тяжелый выбор. Идти на сотрудничество, либо умереть с голоду, потому что участь тех же советских военнопленных
У нас был большой лагерь, шталаг, который находился на пересечении улиц Чечерина и Рабочая. Там часть командного состава располагалась в чечеринской тюрьме, так называемой, да, рядовой сержантский состав находился на территории женского монастыря. У нас есть документы из архивов, которые, причем подтверждаются и советские источники, то есть данные той комиссии чрезвычайной государственной, которая расследовала преступления на оккупированных территориях, и данные немецкой комендатуры. То у нас получается в 1941-1942 годах, вот эта самая страшная зима, она унесла на территории нашего города приблизительно 20-30 тысяч красноармейцев умерло в плену. Это только на территории города, это не считая лагерей, которые многочисленных, которые располагались на территории нашей области. Это первая группа жертв наиболее пострадавших. Вторая группа жертв – это, конечно, геноцид евреев, Холокост. Как только немцы полностью овладели городом, из состава Einsatzgruppe C, это фактически карательная структура, целью которой было уничтожение евреев, выявление партийных функционеров, советского подполья, ликвидация там, партизан, ну и вообще любых нелояльных оккупационной власти. Из ее состава в город прибыла Einsatzkommando 6. Начались чистки. Первой задачей было выявить подпольщиков, которые могли бы быть оставлены здесь там, органами НКВД, предотвратить диверсии, захватить архивы. Кстати, что немцам частично удалось сделать, и истребление евреев. И вот эта акция была назначена на 13 октября 1941 года. Утром собрали, сразу хочу сделать оговорку, по переписи 1939 года в городе проживало приблизительно 450 тысяч человек, из которых по этой переписи более 90 тысяч составляли евреи. Но к тому моменту, когда немцы полностью овладели городом, евреи города уже прекрасно знали, какая участь их ждет, потому что те беженцы, которые бежали от оккупации из западных регионов Украины, центральной Украины, несли страшные вести, особенно из Каменец-Подольского, где была одна из самых первых крупных акций с расстрелом 23 тысяч евреев. Много беженцев бежало и говорило, что немцы вас не пощадят, даже если вы будете демонстрировать нацистам ультралояльность. Поэтому большая часть евреев из города бежала. Осталось приблизительно 18 тысяч человек. Это старики, женщины, дети, немощные, те, которые не могли выдержать длительные переходы. И вот эта первая акция произошла 13-14 октября. Евреев собирали в районе ЦУМа, вели двумя колоннами. Ну, по сути, по нынешнему проспекту Гагарина, которого еще не было, и часть, как я выяснил, по немецким документам, один офицер оставил зарисовку, причем карандашом, как вели вот эту колонну евреев, и их расстреливали 13-14 октября, это была первая партия, 11 тысяч было расстреляно, причем там были жуткие картины, связанные с тем, что в первый день успели расстрелять 7 тысяч, оставалось 4 тысячи евреев, и вдруг ночью температура резко упала, стала минусовой, и очень много детей просто вообще примерзало к асфальту, очень много погибло вот такой вот жуткой мученической смертью именно от мороза. И потом многие евреи прятались по подвалам, кому-то помогали соседи, укрывали на чердаках, в подвалах, в квартирах, делали поддельные документы. Часть евреев, к сожалению, сдавали местные жители, соседи. И в конечном итоге, ну, большая часть евреев была уничтожена. Где-то к лету 1942 года немецкая комендатура говорила о более чем 700 евреев, которые еще в городе оставались. Это те, кому немцы считали как важные элементы, врачи для того, чтобы бороться с эпидемиями, портные и так далее, и так далее. Но к марту 1943 года в комендатуре было заявлено, что в Днепропетровске Юденфрай, то есть Днепропетровск полностью очищен от евреев, их тут не осталось. Ну и третья группа жертв, это, я как говорил, это различного рода активисты, подпольщики, там, члены партии, которые не согласились коллаборировать с немцами. Были акты расстрелов и повешения, и вот большая часть погибла на Янгеле, там был противотанковый ров, которые рыли, собственно говоря, советские части в августе 1941 года. Длинный ров для того, чтобы предотвратить, значит, быстрое вторжение в город немецкой бронетехники. Но немцы его использовали по другому назначению. Там в течение всего периода оккупации расстреливались
нелояльные граждане, как они их называли, или недружественные элементы в некоторых документах. Там и украинцы были расстреляны, и цыгане, и люди всех национальностей, которые проживали в нашем многонациональном городе. И послевоенная справка говорит о том, что где-то 20 тысяч человек было уничтожено в этом районе. Вот. То есть вот такая вот непростая судьба нашего города в період 41-43 годов. Я вам дуже вдячна за таку цікаву, якщо можна назвати, історичну лекцію. Сподіваюся, що усі дніпряни почули цю історію, яку нам розказав науковий співробітник історичного музею імені Яворницького Олександр Марінченко. А ще 25 жовтня, саме у день визволення Дніпра від фашистських загарбників, обов'язково завітайте до музею Яворницького, продивіться фотографії, про які нам розповідав Олександр. Я думаю, це буде правильно та корисно для кожного мешканця нашого міста знати історію. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритий». Мене звати Анна Кравчук. До нових зустрічей. Не перемикайте!